И так. Ну и чё, куда идти? Ну, можно попробовать наверх. Сейчас дайте гляну, где мы с вами вообще находимся. Давайте вот сюда попробую. Сейчас поднимусь, там будет виднее. Дом в огне. Не очень большая сложность. Здесь жила Ишвари. Дом такой же прекрасный, каким я его помню. Где-то внизу сундук у нас. А нам, в свою очередь, требуется обыскать домик. Так, как это сделать? Ну да, здесь нужен ключ. Где-то должен быть вход. Блин, тут его нет. Это тот же дом? Что же с ним произошло? Ключ от первого этажа. Так, ну давайте возьму здесь сундук. Я просто боюсь, вдруг какая-нибудь засада, и нам придется эти сундуки открывать, чтобы пополнить инъекторы. Потому что, как видите, когда у нас инъекторов максимум, то в сундуках мы с вами дополнительно инъекторы не получаем. Ладно, давайте зайдем. О, сколько воспоминаний. Интересно, какие секреты Ишвари хранил этот дом? Мы с Ишвари делились всем. Она хотела бы, чтобы я прочел ее дневник. Это радостная запись в дневнике. Мама, я могу чем-то помочь? Тебе что-нибудь нужно? Да. Да. Верни меня. Давай, помогу. Что это? Желание. Верни меня к Лакшмане. Что это значит? Мам? Мам? Черт! Нет! Нет! Сестра! Сюда! Сюда! Ранит сильнее, чем хотелось бы. Так, это у нас не дневник. Давайте внизу поищем. А вот и он. Да блин. А это у нас, ребят, оптимистичная запись. Так, ну чё, ребяточки, пойдем в следующий дом. А, стой, надо вернуться, потому что там я что-то пропустил. И, по всей видимости, это ключик у нас. Да. Ну я-то думал, что одним ключом можно оба дома открыть. Я оказался неправ. Изнутри он выглядит даже хуже. Стоит осмотреться. Так, на всякий случай. Это тревожная запись. Читаем. О чем это ты? Махан, ты понимаешь, что говоришь? По-твоему, я идиот? Смотри, она не похожа на нас с Аджаем. Она девочка. Малютка. Конечно. Хватит с меня твоей лжи. Ты предала меня. Предала свою страну. Ты не богиня. А это тварь, что ты породила. Что ты творишь? Я не оставлю его наследницу в живых. И не потерплю насмешек.
И, наконец, трагическая запись в дневнике. Что за крики? Это снаружи. Так, давай быстрее. Ты... Лакшмана! Ты заплатишь! Нет! Моя малышка! О, нет! Ты виноват. Только ты один! Так, ну где еще? Ой, там куча их. Блин, я так и знал, будет засада. Ребята. Ёпа, РСТ. Это что за жесть? Лечись давай. Нифига. Сейчас, подожди. Где они? Слушай, ну гасят прям очень, очень жестко. И что делать, блин? Ну, закидывать, да. Давай. Ну, может, правда, динамитик ему? Лови. Да кто так гасит-то? О, нет. Выглядывай. Фу. Жескач. Наконец-то! Мучай себя сколько хочешь. Ее не вернуть. Так, ну что, у нас с вами дофигища уважения. То есть есть что потратить. Сейчас еще вот здесь. О, да. 1800. Ну что, возьмем? Так, задержка дыхания при стрельбе из лука. Невосприимчивость к сбиванию с ног. Ты мог ее спасти! Ишвари, я тебя не узнаю. Прости, любимый. Ты проклят! Что это я говорю? Проклят! Ты старался изо всех сил. Так, ну, вот здесь прыгать я, честно говоря, боюсь. Побаиваюсь, точно. То есть, давайте мы с вами аккуратненько спустимся. Да. Шикарный сундучок. Ну, ребят, короче, очевидно то, что нам необходимо с вами добраться до убежища и пойти, наконец, к следующему нашему воспоминанию. Короче, давайте мы... Движемся вот сюда. Да. Меточка, да. 250 метров. Нормально. Ну, напрягает, конечно, то, что сейчас что-то все вдруг потемнело. Когда было прям такое светлое время суток, прям... Все было отлично. Я просто что переживаю, там, если помните, из первого дополнения, там ночью появлялись какие-то стрёмные духи. И вот я опасаюсь именно этого. Ну что ж, я думаю, что надо будет
нам с вами... Да, вон они, вон они, вон они, вон они. Смотри. Блин, жесть. Сзади там кто-то еще. Давайте, короче, быстрее бежать. Так, ну чекпоинт у нас с вами есть. Хотя это, по сути, нам ничего не дает. Так, ладно, давай быстрее. Итак, черты. Еще один гаджет. За 1000, да блин, что-то жалко. Увеличим запас здоровья. Ну, очевидно, что да. Так, что по оружию? У тебя? Гаджеты. Давайте вот это изменим. Нафиг оно мне надо. Ну вот это, в принципе, можно попробовать. Так, какие варианты есть еще? Ну, теоретически может пригодиться, ребят. Давайте попробуем. То есть ядовитый газ. Я говорю, если что, мы с вами поменять это все успеем. Так, что по пистолету у нас? Новые модификации для оружия и повысить его урон. Ладно, давайте улучшаем. Так, что у нас? Ну, в принципе, это неплохо. Покупаем. А, стой. Ну-ка. А что здесь у нас по модификациям? Блин, так, купить и выбрать оружие. Купить за 200. И что, только тогда мы с вами можем модификации ставить? В принципе, зачем? Ну, давайте я попробую. Странно. Ну, ладно. Такс. Ну, на выход, друзья мои. Да и пойдем тогда. Где у нас там? Блин, что-то погода прям испортилась. Давайте вот сюда. Как туда пройти? Главное, чтобы здесь меня духи не тронули. Так, там патруль идет. Что, может отсюда его вынести, нафиг? Там опять кто-то идет. Ой-ой-ой-ой. Что это было? Внутренние демоны проявляются по-разному. Ты ненавидишь себя, поэтому все здесь хотят тебя убить. Все просто. Чудно. Блин, ну стрёмные вот эти привидения. Причем они чем опасны? Они ваншотят, ребят. Ладно, давай Беринг подойду. Твари, 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 твари. Очень опасно. Еще один бежит. Ладно, тогда давайте добегу до этого сундука. Блин, или не стоит? Да вы заколебали. Может, хватит, а? Ладно, короче, не побегу туда. Здесь Беринг все соберу и все. И сваливаем.
Так, идем с вами по этой золотой тропиночке. Блин, ну напрягает все, ребят. Напрягает просто пипец. Так, что по снопе? Надо перезарядочку сделать. За короля и отечество. Я ждала тебя, Пейган. Знала, ты придешь. Юма? Юма, это ты? Ох, как я скучал по тебе. Как ты, дорогая? Юма! Да, как грубо. Хочешь занять трон? Что ж, ступай. Выбери путь. Верни богатство, силу. Вспомни, как получил. Что ж, я постараюсь. Как же ты был красив, когда убивал других. Короче, когда тушишь вот этот костерчик, перестают работать вот эти штуки. Так, ну что ж. Так. Господи. Тихо, 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 тихо. Отлично. Ну, это что у нас? Опять стрельба из лука, нет. Что, здесь придется подождать сейчас? Давай. Отлично. Обувь шили на заказ. Да вообще прикольные мокасины. Так, здесь тушим и проходим. Супер! Уф, вот так. Ой. Туши, туши, туши! Ух! Блин, надо было сундук, ребят, позже открывать. Хотя тут, в принципе, есть. Ой. Прах к праху. Пойдем. Сильный, могучий, стильный. Вернуть себе власть? Ух, Юма, я ждал. Время пришло, дорогая. Ты уверен? Уверен ли я? Ну как, был ли я уверен, когда решил покинуть Гонконг, разозлить триаду, примкнуть к куче роялистов и предать их? Еще как уверен! Какого черта? Взгляни на меня. Что мне оставалось? Занять место отца в его захудалой банде? О, нет, 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 нет. Я заслуживаю большего. Гораздо большего. Королевство. Юма, делай, как я сказал. Не надо! Класс! Спасибо. Ах да, Юма, я не люблю просить дважды. Так, ну короче, теперь куда? Впечатляет. Но это не все. Иди по другому туннелю. Угу. Ну ладно. Так, пишут, надо пережить испытание Юмы. Ау. Пейган, мы могли создать империю. Вместе. Вон он! Сюда выходи. Прощай, жизнь.
Это все, что ли? Так, ну спасибо. Сундучки, конечно, опустошаем. Вперед. Так, сюда вроде, да? Так, давайте с вами торопиться не будем, ребят. Чё это? Почему? Ага. Ну ладно. Блин. Знаешь, Пейган, ты вряд ли сможешь меня победить. Почему бы просто не спрыгнуть вниз? Умрёшь быстро. Лучше я всё-таки сражусь с тобой. Давайте без этих там штук. Так, записочка. Упс. Чё, офигел? Нифига. Ну-ка на. Чё-то жесть какая-то была, блин. Операция «Золотой час». А, стой, 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 стой. А тут что-нибудь может быть? Ну, в теории, конечно, да. Но я туда не пойду. Ну что, выполнили испытание? Вот здесь, походу, сейчас замесик будет. Так, ну ладно, приготовились. Раньше ты был беспощаден. Докажи, что помнишь. Ну давай, 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 готов. Кто там следующий? Где, где, кто? Ты ж ёшкин ты кот. Отлично. Блин, лечись. Зачем я побежал в это облако долбанное? Ну где-то здесь же. Вот оно ты. Все? Вроде бы, ребятки, да. Отлично. Золото мне идет. Очень. С Юмой всегда было сложно. Ей не хватало дисциплины. Но я видел в ней потенциал. Точнее, видел ее наследство. Нет, я говорю о ее преданности. А она думала, ты ее любишь. Ты не только отомстил за смерть моего отца, ты подарил мне будущее. Я сделаю для тебя все, что угодно. Она любила тебя. Я любил ее по-своему. О, ты вернулся, суровый Пейган. А со мной справишься? Ой! Ты размяк, ослаб, тошнит от тебя. Так, на, лови-ка. На, лови-ка. Да вы чё? На жаровне! Даже не думай гасить!
Блин, что-то как-то фигово с нее снимается здоровье, ребят. Да, блин, хорош. Попади ты в голову, отлично. Только что-то какая-то фигня, ребят. Фиговенько. Давайте попробуем с вами тогда вот эти замечательные топорики. Вот пускай она сюда идет. Давайте я вот сюда пробегу. Так, вот здесь нам надо с вами потушить. Юмочка. Давайте еще раз попробую. Что-то как-то странно, да? Да, вообще снопа здесь, ребята, не работает. Блин, что за жесть? Со снопы мажу, с этого мажу, блин. Ой, жесть. Ну-ка, давай попробую еще раз. Что-то какая-то реально фигня, птичка какая-то. По-моему, с пистолета даже круче намного получается. Да, как видите. Если хочешь убить меня, придется замарать свои руки. Ну придется, блин. Что поделаешь? Раньше ты не знал страха. Гори! Гори! Да хорош вам! Встаньте! Давай сюда беги быстрее! О, да. Так, ну сундучков здесь у нас, как видите, нормально. Ой, там их много. Подожди. Кто там закидывает, ё-моё? Юмочка. Так, надеюсь, они появляться не будут. Так, еще проблема то, что у нас могут внезапно закончиться патрончики. Да, против Юмы, короче, я так понимаю, ничего не работает. Мы с вами можем попробовать сейчас. Давай вот так запустим. Какая-то фигня. Всего лишь немножко сняли. Неужели, блин, снопа тоже как-то фигово работает? Может, крит какой-нибудь будет? Должен был вести нас к победе. Ну... Ну, слабо, слабо, ребят. Короче, я лечусь. Вот это подбираю. Здесь одно попадание буквально, и все. У нас будет следующая стадия. Не, ну кто ж знал? Я достойна большего. Я заслуживала весь мир. Смотрите, пистолет вообще просто дико сносит. Так, смотри. Ну что, давайте еще раз сразу сюда наверх. Давайте ждем здесь. Сразу тушим. Надо быстрее, 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 быстрее бежать. Так, короче, давайте вот так. Да кто это гасит? А, это она гасит. Так, я бегу сюда. Не пойму. Я отдала тебе все. А вот теперь надо бежать. Туши. Туши. Да что за жесть? Чувак, да там немножко добить-то, господи. Неужели? Я сделала все для тебя, а ты не смог убить меня сам. Я что, ничего не значу? Ну ты такая была проблемная. Да, конечно, нужно выбрать. Потому что здесь у нас плюс одна жизнь. Круто.
Сейчас с вами все пособираем. Что еще есть? А, вон там впереди сундук. Возможно, где-то внизу. Ну что, будем брать тогда? Все готово? Я, наконец... Ты справился, папа, справился! Найди нас, скорее! Послушай меня! Что бы ты ни чувствовал, Пейган и Швари шпионка! Шпионка? Нет, быть того не может! Так вот, почему мой заклятый враг отправил свою жену прямо ко мне в дом! О, Юма, как же ты умна! Просто гениально! Ты... знал? Но почему? Потому что я король. А король уничтожает всех, кто встает между ним и его целью! Мохан узнал обо всем от Юмы. Да? Забавно. Ты всегда нуждался в матери. Но обрел ее слишком поздно. Блин, непростое воспоминание. Повторю это еще раз. Получили правый фрагмент, и теперь наш разум разрушается. Ребят, надо бежать так быстро, как пишут, как только можно. Потому что в противном случае будет... какая-то очень большая неприятность. Кто-то должен был забрать у тебя игрушки, когда ты плохо себя вел. Хватит! Хватит! Ну что, откройте, нет? Как отсюда выйти? Блин. Ах, вот оно что. Так, ребят, сейчас. Вот сюда. Вот так. Фух. Повышает сопротивление к урону в ближнем бою. Нет. Так, теперь давайте. Блин, ты чё, офигел, что ли? Наконец-то наша семья воссоединится.